мы можем использовать Python для арифметических вычислений. Давайте сначала посмотрим на основные операции с целыми числами. Для этого откроем новый ноутбук. Убедитесь, что у вас в окружении стоит третий Python. И дальше давайте посчитаем сумму двух чисел. Например, 2 плюс 5. Я набираю здесь арифметическое выражение, жму Shift Enter, вижу результат 7. Мы можем посчитать разность двух чисел. Можно посчитать произведение. В принципе, мы можем посчитать произведение каких-нибудь двух очень больших чисел. Например, что-нибудь такое. И Python без проблем посчитает. Мы можем использовать более сложные выражения, состоящие из нескольких операций. Давайте посчитаем, например, выражение 3 плюс 5 умножить на 4. Сколько будет? Будет 23. Как вычисляется это выражение? Так же, как по правилам арифметики. Сначала выполняется более приоритетная операция умножения. 5 умножить на 4. 20, и результат складывается с числом 3. Мы можем использовать в наших выражениях скобки. Например, можно изменить порядок вычисления предыдущего выражения на другой. Сделаем 3 плюс 5 умножить на 4. Результат будет 32, как и следовало ожидать.